Привет! Я Руслан. А я Мадина. Наша мечта – стать врачами и помогать людям. Поэтому мы хотим рассказать, что делать, если кто-то получил травму. Если человек сильно ударился головой. При падении человек может удариться головой, и это приведет к ушибу или сотрясению головного мозга. При сильном ударе у человека возникают головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания. Что нужно сделать? Медленно и бережно уложи пострадавшего на ровную поверхность. На поврежденную часть головы приложи лед или кусочек смоченной в холодной воде ткани. Ткань нужно смачивать в холодной воде каждые 2 минуты. При рвоте, если пострадавший без сознания, поверни его голову на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Необходимо обязательно вызвать врача или скорую помощь. Что нельзя делать? Нельзя резко менять положение пострадавшего. Мы очень надеемся, что теперь все понятно. И когда кому-то будет нужна помощь, вы вспомните наши уроки и поможете.